Медик не профессия, а призвание. Об этом ученикам медкласса старшей школы «Высотка» рассказал заведующий отделением скорой помощи Игорь Мойл. Встреча прошла в рамках Ямальской недели карьеры. Опытный врач поделился со школьниками историей своего профессионального роста. В отделении скорой помощи Игорь Мойл работает уже 26 лет. За его плечами сотни спасенных жизней. Это достойный пример для подростков, особенно тех, кто решил стать медиком. На встрече мне очень запомнилась история нашего гостя, как он стал медицинским работником, как он начал работать, какие у него были ситуации различные. Всегда интересно послушать человека, который уже развился в направлении, в котором ты идешь, перенял для себя какие-то факты. Мероприятие приурочили к 21-й тематической неделе карьеры. Они проводятся в рамках стратегии развития региона «Ямал-100».